Приветствую всех, ассаламу алейкум. Маленький обзор на новинки, которые у нас на рынке появились. Первая паста — это Трибл с лимаком. Состав у нее такой же, как у пиментной пасты, то есть тутовая патока, пчелиная пыльца, рожковое дерево, колган, мака перуанская и так далее. Но здесь еще добавлен экстракт трибулуса. Ну, честно сказать, многим нравится это, чем даже обычно в медиум пасте, многим это просто нравится, и она дешевле. Второй идет у нас экстракт эпимедиума. Состав у нее, ну, тоже практически такой, но здесь сироп глюкозы уже в меньшем количестве и заменили остальное финиковым сиропом и финиковой пастой. Остальное все такое же, но по составу производитель заявляет, что ингредиенты, которые здесь, в этой пасте, они сортом лучше, чем в обычной эпимедиум пасте. Третья паста у нас супер эпимедиум. Это практически тот же экстракт эпимедиум, только здесь уже здесь экстракт эпимедиум уже в большем количестве, намного больше. И самое главное здесь в составе пальмовая пыльца. Пальмовая пыльца очень богата витаминами группы В. Очень много витаминов здесь перечислять, очень долго придется. Также вот эта пальмовая пыльца, она увеличивает уровень сперматозоидов, очень хорошо влияет на качество и количество сперматозоидов, потом хорошо влияет на нервную систему. Ну, в общем, много можно перечислять и перечислять о полезных свойствах пальмовой пыльцы. В общем, пальмовая пыльца здесь в составе есть. Это на сегодняшний день считается одна из лучших паст суперэпимедиум. И четвертая паста — это Маккум Плюс. Она отличается по составу, чем эти все остальные пасты. Здесь состав вообще другой: шафран, черный перец, что здесь, семена горчицы, анис и так далее. И он дороже. Он стоит у нас 2000 рублей. Но эти пасты пьются каждый день. Это максимум 3 раза в неделю. Даже 2 раза в неделю. У этих свойства сильдонафила, у этого свойства тадалафила. То есть сильдонафил действует сутки, максимум 2. Тадалафил действует от 5 до 7 суток. Ну, минимум 3 сутки доза тадалафила действует на человека, то есть состояние эрекции. Но у этих плюс то, что для физического труда эти пасты очень хорошо подходят. То есть если заниматься, тренироваться и перед тренировкой употребить эту пасту, он хорошо пампит мышцы, бывает бодрость, силовые показатели улучшаются и так далее. Эта паста, она больше рассчитана на половую функцию, на эрекцию. И говорят, что на женщин тоже очень хорошо действует. В общем, вот такой краткий обзор. Пасты советы очень хорошие. Ну, мне эта паста понравилась. И это. На нее тоже очень много отзывов. Такой, говорят, яркий такой эффект бывает.